Всем привет! И сегодня вы узнаете, почему попугаев-неразлучников назвали неразлучниками. С названием вида связана красивая легенда. Долгое время считалось, что неразлучники выбирают себе партнера один раз и на всю жизнь. И якобы при потере партнеров второй попугай погибал. Но это всего лишь легенда. На самом деле такие попугаи могут существовать в одиночестве. И новую птичку обычно принимают с легкостью, но есть один нюанс. Сразу после потери пары другую птицу показывать нельзя, потому что это может вызвать агрессию у попугая. Поэтому лучше подождать не менее месяца. Ну а если вы хотите узнать о причинах, из-за которых лучше отказаться от идеи заводить попугая-неразлучника, то смотрите вот это видео. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Всем пока!